февраля праздник не только влюбленных пар. Редакция «Утро Лайф» решила доказать это и запустить позитивный и добрый челлендж подарков для жителей города Бишкек. Ведь для проявления своих искренних чувств не обязательно нужен праздник или повод. Реакция людей на мишек и подарки была неожиданной и забавной. Одни просто хотели обняться и утонуть в объятиях плюшевых зверей. Других же одолевал интерес, кто они такие и из чего сделаны. И почти каждый был рад и охотно принимал презент редакции «Утро Лайф» с лап наших плюшевых друзей. Не стоит ждать особого момента, чтобы сделать приятное близким. Есть куча бесплатных способов, которые помогут осчастливить ваших близких. Достаточно выйти на улицу и встретиться с командой «Утро Лайф».